Несмотря на будний день, зрительный зал Дворца культуры «Родина» забит до отказа. Поводом стал концерт, посвященный 60-летию Дворца культуры. На сцене выступали вокальные и танцевальные коллективы, а зрители приехали со всех районов городского округа. Дворец культуры «Родина» уже 60 лет является местом притяжения для всех возрастов. Жители городского округа Химки, и дети, и подростки, и старшее поколение всегда найдут здесь увлечение по своим интересам. В честь юбилея администрация городского округа подарила ДК подарочный сертификат на покупку нового звукового оборудования. А совсем скоро в Доме культуры начнется капитальный ремонт. Инженеры уже согласовали проект и скоро приступят к работам.